Две золотых, столько же серебряных и четыре бронзовых медалей завоевали ингушские спортсмены на чемпионате СКФО по боксу среди мужчин. Один из победителей, Магомед Мистоев, благодаря правильно выбранной технике и упорству дошел до финала, где решением судьи одержал победу над своим оппонентом. Это его первая путевка на чемпионат России. В прошлом году на состязании СКФО он занял третье место. Это не позволило отобраться на российское первенство. С прошлого года выиграл чемпионат. Тренер Сани. С личным тренером Максим стоил. Так, Туанок, Сулиже, что это сказали, обдумали Чандару, Беслан Шенхоев. Значит, тренер Сани, планы был полностью. Тремель, подготовка, Дерикан, их пересмотреть, я Ханси, Лаха, Белгрэдом, Кост, Плащ, Белгрэдом. В одном весе с Магомедом Мистоевым на ринге сражался Мавсар Плиев, который также уверенно шел к своей победе, один за другим сбрасывая вниз конкурентов в таблице по олимпийской системе. Дойдя до полуфинала, Мавсар сошелся на ринге с Магомедом, но тренер снял его с боя, дав возможность Мистоеву пройти в финал. Причина такого решения заключается в том, что у Плиева уже была путевка на первенство России, которую он получил, победив на турнире «Юность России». Теперь оба спортсмена отправятся в Хабаровск на чемпионат страны и, возможно, снова встретятся на ринге. Дальше, это, я думаю, вряд ли легче будет на России. Там много регионов, все первые номера, там тоже надо боксировать. Уверен ты в своих силах, как тренировался? Ну, мы еще, у нас время есть, 2 месяца, будем подготовиться хорошо, иншалла. Вместе с ними на российских соревнованиях Ингушетию представит и Умар Гарданов в весовой категории 71 килограмм. Он завоевал серебряную медаль как на чемпионате СКФО, так и на юности России. Юниорский взрослый бокс отличается. Среди взрослых уже боксер намного опытнее. Удары там другие. Уровни разные бывают. Чуть-чуть в финале именно СКФО чуть-чуть не хватило. Был такой бой. Сейчас будем работать над ошибками, подготовимся и будем на России хорошо выступать. Тренер результатами сборной доволен. Из 13 участников с призовыми местами вернулись 8. На чемпионате СКФО путевки распределились только по первым и вторым местам. И 4 нашим спортсменам удалось завоевать свои путевки. Плюс еще 2 выиграли их на юности России. Теперь сборная Ингушетии, которая выступит на российском чемпионате, 6 боксеров. Эти ребята на самом деле очень молоды. Только в этом году зашли они в взрослую команду. И показали очень хорошие конкурентные бои. Ошибки были из-за того, что они первый раз боксировали на взрослом чемпионате. Вот это была проблема. Как они боксировали, уверенно, хорошо боксировали. Чемпионат России пройдет 17 августа в Хабаровске. Спортсменам до этого времени предстоит оттачивать свое мастерство в зале. С каждым из них индивидуально будут заниматься опытные тренеры. Наша самая основная цель – это Хабаровск, чемпионат России. У нас на данный момент очень сильно поддерживает Чингис. Он во многих нам помогал на этих выездах, на всех выездах, где вот участвовал Плиев, Мозер, эти ребята. На юности он помогал. Говорят, что Кубка нам действительно сильно помог, действительно на сегодняшний день помогает. Наши боксеры показали хороший результат на чемпионате СКФО. Теперь предстоит закрепить достижения, став чемпионами России. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Акрамат Досхоев. Новости 24.